I get that exposed. Ну, сегодня пока не особо, пару раз до бабки дошел. И нифига, короче. Не дает. Я долго стримить не буду, я спать хочу, короче. Сейчас посижу еще. Может быть, часа полтора. Процент? Ну не знаю, блин. Ну не больше 10%, я думаю. То есть процентов 8, может быть, я не знаю, что это такое. Это вот прям топовая бабка. Ну, если брать просто неплохую, то может быть еще процентов 15-20, может быть, наберется. Но это такая себе бабка, то есть... Да, 90% либо вообще хрень полнейшая, либо более-менее, но мне на VR уже такая вряд ли пойдет. То есть, если там на SAP 17 еще кто-нибудь просто идет, то это еще нормально. А на мировой рекорд уже нужна прям совсем хорошая, конечно. У меня вот сейчас в VR, например, вообще голта на бабке, то есть идеальная бабка, по сути. Если я иду там плюс 5, плюс 10 от нее, это, в принципе, еще хорошо. Плюс 15 еще, ну, так, типа, терпимо, можешь еще продолжить, но уже плохо, на самом деле. Больше 15, если это... Ну, уже, по сути, рип, да. То есть два раза, если она выстрелила, это... Ну, это уже, по сути, рип, в крайнем случае, только если у нее все остальные удары топовые, то еще можно что-то... Во. Практически идеальная бабка, на самом деле. Да, вообще отлично. Она же ни разу не стреляла. Теперь крокодил. У меня на прошлом стриме две хорошие бабки были, но оба раза после нее крокодил, короче, был плохой.
Да, это он. Тут бы уже никак не успел, наверное, сделать. А ну хотя я бы, если бы... Это хорош крокодил. Ну, такой средний код, конечно, ну ладно. Thank you.
Ну, если я возьму лучше орешек. Я говорил Нералу про то, что я в таких случаях буду брать орех. Если у меня будет прям совсем топовый приз, как сейчас. Потому что рука нестабильна ни по одной известной мне стратегии, ни по надо страховаться. Это я еще чуть-чуть зафейлил на выкидывание камня, потратил еще. Может, полсекунды. Ну, на записи это сохраняется все равно. Фух, жесть. Есть и топовый ВР, который не рал ни фигня, короче. Сейчас. Да, привет внукам, правнукам. Копай.